Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, и сейчас я вам покажу, как на 14-м андроиде войти в режим рекавери. Итак, для начала мы отключаем наше устройство. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и уменьшения громкости. Перед нами открывается такое меню, и тут при помощи кнопочек громкости мы переключаемся в режимах, нам нужно найти Recovery Mode. Находим и нажимаем на кнопочку питания. Теперь нам нужно обойти Android, для этого мы зажимаем кнопочку питания и увеличение громкости и попадаем в режим Recovery. Здесь мы передвигаемся также, используя кнопочки громкости, делаем выбор при помощи кнопки питания, и чтобы отсюда нам выйти, выбираем Reboot System Now. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.